Welcome to Russian for Singers. To learn more about the rules of Russian lyric diction, please download the free PDF guide from our website www.russian4singers.com. You can find the link in the description box below. It is not hard, I promise. Святой Отец, меня зовут Иоанн, на я дочь простого пастуха. Родилась я в местечке дом Ре-ми. Там я пасла стада отцовские от самых детских лет. И я слыхала часто, как набежал на нас островитянин, не из того, чтоб сделать нас рабами. И я в слезах молила Богама, терь нас от цепей, пришельцев защитить. И раз всю ночь сусердно
ю, ма, ли, твай, за, быв, а, сне, си, де, ла, я, пад, дре, вам. При, чис, та, я, пред, ста, ла, мне, в руках, ее был меч. И знамя. Но а де та а на бы ла как я. Пастушкой. И сказала узнай меня, восстань и иди от стада, Господь тебя и но му при зы ва ет возьми ма ё све то е зна мя. Меч мой, а па яш и им не у стра ши ма ра зи вра гов на ро да тва е во и при ви ди па ма за ни ка времс и у вень чай е во вин цом на след ним и так при
Чиз, та, я, три, но, чи, сря, ду. Я влялась мне. И говорила: встань, Господь тебя к иному призывает. Но в третью ночь она явясь в гневе мне строгая вещала слова. Удел жены тяжелая терпение. Возьми твой крест покорствуй небесам. В страдании земно е а чи ще не смиренный здесь возвышен будет там. И словом сим она себя одежду пастушки сбросила и в див нам блеске явилась мне царицею не без. И на меня с утехой
погледела и медленно на светлых облаках к обители блаженства La. I hope this video was useful. If so, please like, share, and subscribe to our channel. To make your rehearsals easy, you can buy the diction score for this song with phonetics, word by word, and grammatically correct translations at our website www.russian4singers.com. You can buy just the diction score, or you can buy the song full pack, which also includes an audio diction guide, computer-generated accompaniment, and full song audio to make your learning fast and efficient. We can also organize one-on-one Russian diction coaching via Skype. Please follow us on social media, subscribe to the newsletter on our website, and thank you for singing Russian music.